Патриархия Грузии выступила против показа нашумевшего грузино-шведского фильма Ливана Алкина «А потом мы танцевали» в кинотеатрах Тбилиси и Батуми, а также против проявления агрессии противниками, передает Blagvest.info со ссылкой на сайт Патриархии. Фильм рассказывает о жизни молодого танцовщика Мираба, который радикально меняется, когда влюбляется в своего соперника Ираклия. Православная церковь Грузии всегда была, есть и будет категорически непримирима как в целом с грехом, так и с тем более с популяризацией и узакониванием садов. Связей. Поэтому считаем совершенно неприемлемым показ такого фильма в кинотеатрах. При этом отмечаем, что как и раньше, так и сейчас, конечно, мы выступаем против насилия и насильственных действий, говорится в заявлении на сайте Патриархии. Патриархия подчеркнула, что началась большая атака на церковь и национальные ценности. Осуществляются попытки оскорбить и поставить под сомнение ценности, чтобы люди потеряли идентичность и надежду. И все это делается под видом добра.